Канал «Метр с кепкой ТВ» представляет. И... опа! Ха! Ура! Давай, давай, давай! Да! Не туда! Фу! Опять мимо! Ой, а куда это он? Что это? Да вот, нашел! Будет мой шар для боулинга! Как раз мой размерчик! Надоело промахиваться по кеглям! Кеша, это не камень, это яйцо! Такое огромное! Интересно, кто же из него вылупится? Если яйцо не высиживать, никто и не вылупится. Тут нужна забота и внимание. Высиживать, говоришь? Ну, Цыпа, посиди тут чуток. Тучка, а долго ждать-то? 5 часов. Не больше. Помоги Цыпе найти дорогу домой. Цыпа, ты что? Что он говорит? Что там случилось? Цыпа говорит, что во дворе какой-то динозавр. Динозавр! Накорми динозавра яблоками. Вообще-то, это не динозавр. Это птеродактиль. А где Цыпа? Ребята, ребята! Он забрал Цыпу! Значит так, мы его поймаем и прихлопнем! Спасем нашего Цыпу! Где тут моя мухобойка? Нет, надо обменять нашего Цыпу на какую-нибудь еду, пока он его не слопал.
Где этот динозавр? Или как там его? Птеродактиль? Где он? Иди сюда! Хорошо, к столу! У нас тут самая вкусная еда! Специально для динозавров! Ребята, посмотрите наверх! Это да! Тучка, это как? Почему наш цыпа верхом на динозавре? Не знаю, Кеш, но, по-моему, они подружились. А может, он нас тоже покатает? Собери пазл. Эх, нашему птеродактилю пора улетать. Ну ты, в общем, залетай к нам почаще. Пока, прилетай еще. Кеша, а где ты нашел это яйцо? В лесу, там, где другие такие же яйца. О, а пойдем принесем. Пусть цыпа нам еще динозавра высидит. Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал. Для этого нажимай на значок канала. Поставь лайк, пожалуйста. А теперь выбирай следующий мультфильм. Какой мультик ты выбираешь?